Пешеходная разметка на этом участке дороги проспекта Сынкибай-Батыра должна была появиться еще 2 недели назад. В начале месяца глава городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жулдызбек Бисембин заверял, что к середине октября здесь, у популярного в городе авторынка, будет уложен новый асфальт, установят дорожный знак и начертят разметку. Напомним, ранее горожане жаловались на частые аварийные ситуации из-за отсутствия вышеуказанного. В итоге до зебры дело так и не дошло, а выйти на чиновника или его зама миссия едва ли выполнимая. Вот уже неделю получить комментарий от чиновников по вопросу затянувшегося ремонта дорог не представляется возможным. Руководство городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог либо нет на месте, либо оно недоступно. Казалось бы, погода последние пару недель для завершения работ была как нельзя подходящая. Ни тебе серьезных осадков, ни сбивающего с ног ветра. Вряд ли будет теплее. Однако этого времени, видимо, оказалось недостаточно. Либо, как это у нас обычно бывает, ремонт начали, не успев как следует запастись строительными материалами. Впрочем, ответ на этот и другие вопросы известны лишь им, недосягаемым представителям профильного ведомства. Аселькин Жалина, Алексей Уразов, программа «Факт».